сейсмоплатформы. Внутри установлен фрагмент стены, сложенный из пока еще экспериментальных стройматериалов. За кулисами вибромашина, пневмогидравлические устройства. С их помощью будут имитировать подземные толчки. Это гидравлические устройства типа гидравлического домкрата, которые будут выдавливать этот упор после начала движения вибрации этого стенда. После этого, когда он выдавится, за счет большого давления, которое подается в пневматические элементы с той стороны, стенд как бы прыгает и начинает раскачиваться. Эксперимент занимает считанные минуты. Вначале имитируют землетрясение в 8 баллов, затем следует серия рекордно сильных толчков до 12 баллов. Это на четверть выше показателей сейсмической активности в районе Сочи.